Привет! Чего тебе, сталкер?
Здорово, рад тебя видеть. Ну ч, привет, наемник. Рассказывай, каким ветром тебя сюда занесло? Хм, да у меня за день столько сталкеров бывает, всех и не упомнишь. С какой радости мне голову ради тебя напрягать? О, деловой разговор пошел. Это другое дело. Слушай сюда. Я тут не первый день торчу. Много с кем дела веду. Заказы выполняю разные, и слову моему верят. Проблема у меня возникла с последним заказом. Заказчик серьезный, а хабар и того серьезней. До времени все шло путем. Сталкеры, что надо, в зоне нашли. А вояки должны были проход через кордон обеспечить. Только вышла у них размолвка. Да такая, что весь кордон на ушах стоит. Теперь расклад такой. Сталкеры с военными на ножах. А где мой хабар, тайна, покрытая мраком? Меня это никак не устраивает. Заказ выполнять нужно. Давай так. Ты мне помогаешь кейс с хабаром вернуть. А я рассказываю про твоего сталкера в деталях. Идет? Дуй к сталкерам. Эти робингуды за насыпью что-то вроде базы организовали. И держат под замком Халецкого. Это так зовут командира местных вояк. Разбирайся со сталкерами как хочешь. Разрешаю все. Но чтобы кейс с хабаром был у меня. Попробуй для начала пообщаться с Валерьяном. Он у них главный. Я им скажу, что ты от меня подойдешь. Ты что, уснул что ли? Наемник. Ну, привет. Здорово, дружище. Эй, наемник, какими судьбами ты тут? Подходи, пообщаемся. Не стреляй! Не стреляй, пожалуйста! На помощь! Вояки нашего брата сталкера бьют!
Что скажешь? Заждались тебя. Дуй к главному, быстро. Здорово, наемник. Нечасто вас на кордоне встретишь. С чем пожаловал? От Сидоровича, говоришь? Значит, и про командира в курсе, да? Расскажу тебе все по порядку. Работали мы с военными. Они обеспечивали транзит грузов через блокпост и помогали с информацией. Ну, мы им за это платили отступные. Потом выяснилось, что командир, скотина, работал не только с нами, но и бандитам информацию сбрасывал. Под конец до того обнаглел, что двоих наших продал в рабство, на свалку. Тут у нас последнее терпение лопнуло. Да, ну, спороли горячку. Теперь никак не придумаем, что делать. Командир сейчас у нас в заложниках. Ну, как гарантия того, что военные не накроют нас с вертолетов. Только, получается, убить не можем, ну и отпустить тоже никак. Да и этот, он хитрая сволочь, чувствует, что нужен нам живой. На уступки не идет. А ведь только он знает, где спрятан нужный хабар. Если мы этот хабар Сидоровичу не доставим, Сидорович с нами больше никаких дел вести не будет. Если бы нам удалось сломить вояку и узнать, где спрятан хабар, это разрешило бы ситуацию. Чё, интересно, да? Чего уставился, козёл? Смейся, смейся. Если охота узнать, где я кейс с хабаром спрятал, ничего нового от меня не услышишь. Катись в зону свою любимую. Ничего, скоро мои ребята всех вас к чёртовой матери вырежут, а главаря вашего на мосту повесим в назидание, чтобы все видели и знали, наезжать на военных себе дороже. Даже так? И сколько стоят твои услуги? Вот если я тебя попрошу оказать помощь моим ребятам, ну, например, вынести этих снайперов на насыпь. Вали, вали, до первой аномалии. Ну как, узнал что-нибудь интересное? Конечно, спасут. Им же эта крыса до черта денег должна. Он все операции сам проводил, а денежки в тайник прятал. Хотя... Слушай, родилась у меня одна мысль. Значит, на деле у него есть только двое надежных людей. Служат они вместе на блокпосте, да еще и в доле с ним. Поэтому будут пытаться вытянуть его до упора. Если мы их уберем, командир поймет, что за ним уже вряд ли кто придет. И тогда либо сам расколется, либо мы выбьем из него координаты тайника с хабаром. Деньги мы с тобой поделим, кейс отнесем Сидоровичу. Что скажешь? Есть у меня чувство, что искать их нам не придется. Дружки Халецкого все топчутся поблизости. Ну, видно, планируют как бы половчей на нас напасть. Небольшой отряд только что засекли на элеваторе. Помоги уничтожить их.
Выбирай, сталкер, что тебе нужно. Как спрячешь ствол, будет разговор. Тебе гранату! Прикрой меня, прикрой! Ты покойник! Прикрой меня!
привет. Но ты видишь, к чему привело твое упрямство. И сам не спасся, и дружков погубил. Не будет никакой спасательной операции. Говори, где кейс спрятал. Ладно, Крис. Я скажу. В доме, недалеко отсюда. На чердаке спрятал. Смотри-ка, раскололся. Загнильцой орешек оказался. Треснул только так. Значит, смотри, координаты тайника у тебя в ПДА. Все, что найдешь, тащи к Сидоровичу. Он, небось, заждался уже. Решил улучшить что? Или поломку исправить?
Просто-таки? Спасибо. Ты говори давай, с чем пришел. Будет еще что-то нужно, заходи. За то, что помог уладить дело с военными, записываю тебе пожизненную скидку в моей лавке. Ты что, уснул, что ли? Ты что, уснул, что ли? Не стесняйся, выкладывай, зачем пришел. Удачи! Рассказывай давай. Что могу предложить?
Если не нашел, чего искал, извиняй. А вот что я еще слышу? Значит, решил? Так, балабонь быстрее, что надо? Слышишь, брателла, ты прячь ствол и вали к нам, поговорим. А теперь замри и волыну зря не дергай. Вот так вот и стой. Молодца, и не дергайся. И даже не рыпайся, фраер! Все, проходи, не задерживайся. Ты тупой? Вали давай! Thank you.
Только стой, Фрайм! И чтоб ствол твой дулом в землю смотрел! И даже не рыпайся, Фрайм! Все, проходи, не задерживайся. Тут собак дофига. На камни быстро лезь. Вперед! Вали их! Пошли вон, шавки недоделанные! Фу, сволочи! Отстаньте от меня! Пошли вон, шавки недоделанные! Вот нехрен лезть, куда не приходишь.
приглашаю. Вот спасибо, мужик, спас меня. Я Васян, будем знакомы. Эх, ну ты только прикинь. Иду я это на запад за сталкером одним. Никого не трогаю. А тут эти твари безглазые. Загнали меня сюда, хрен в одиночку выберешься. Я, блин, у них 3 обоймы высадил. Они все прут, уроды. Да, сталкера теперь ищи, свищи, вот что обидно. Он уже, небось, в темной долине давно. Привет, брат! Здоров! Прячь оружие и не дергайся. Если достанешь ствол, пристрелю. Стой спокойно, брат. Больно не будет. Сталкер, не дергайся. Ты кто такой и что здесь делаешь? Скорее всего, он уже мертв. И я бы не советовал тебе тут долго околачиваться. На нас постоянно кто-то нападает. Действует профессионально, не оставляют нам шансов. У нас вроде бы контроль во всей долине, но это не помогает. Единственное место, где более-менее спокойно, наша база, база свободы. Если хочешь поспрашивать о клыке, тебе прямая дорога туда. Ну рассказывай, я весь внимание. Четвертый, в общем, это первый. Что за стрельба? Что у вас происходит? Черт, еще одно нападение. Наемник, проверь, что случилось.
себе жить, сразу ногой на горло. Ёлки, бардак и проходной двор. Кто пустил? Ходят тут всякие. Здоров! Ветераны и новички, если вы дорожите своей свободой и хотите быть в кругу друзей, вступайте в наши ряды. Свобода приветствует всех, кого привели к нам дороги зоны. Снова кому-то от меня что-то нужно? Как успехи, наемник? Не отвлекай меня по пустякам. Занят я. Эй, подходи, если торговаться умеешь. Привет, приятель. Чего изволишь? И разошлись, как и в море корабли. Не упускай свой шанс вступить в свободу. Только здесь тебя поймут и примут таким, каков ты есть. Поправить здоровье? Ну, будь, чувак. Жаль, не раскумарились мы с тобой. Это что?
возможности откроются перед тобой после вступления в ряды свободы. Но пасаран! Ну вот и познакомились лично. Меня зовут Чехов, я здесь главный. Запись с ПДА, которую ты нашел, ну кое-что проясняет. Ведь как получается, все выходы из темной долины на замке, а нападения на блокпосты и патрули не прекращаются. Бывало, только вышел патруль с базы, раз и всех положили. Ребята уже думали, может чем зону обидели, зато она нас и наказывает. Начали узелки всякие заговоренные вязать, амулеты против призраков мастырить. Оказалось-то, что мистики нет. Комендант-то наш информацию о всех наших передвижениях сливал. Крыса паскудная. Да, не ожидал я от него такого. Ведь 100 лет его знал. Вместе свободу подымали. Вместе артефакты первые добывали. Я же ему как себе. Все планирование ему доверил. А он продался, скотина. Как только по нашей частоте прошла запись разговора с форпоста, комендант исчез. Все, нет его. Понял, что дело труба. Сейчас для нас главное найти его. Он знает, если и не все, то многовато, честно. Выходы из долины на замке, так что уйти далеко он не мог. Мы его ПДА отслеживаем. Он сейчас недалеко от дороги на кордон. Несколько групп уже выдвинулись в том направлении. Да, был такой. Все редкими деталями интересовался. Знал, наверное, что у нас лучшие технари во всей зоне. Ну так я продал ему эту деталь, а что? Денег он отвалил прилично, не торговался даже. Вот нафига она ему, не скажу, не знаю. Такие вообще-то ставили в старые армейские шифровальные машины. Он как деталь получил, сразу и ушел с базы. Все, больше я его не видел. Я тебе помогу, только если ты мне поможешь. Ну не обижайся. У нас расклад такой грустный, что свободе скоро некем будет базу от бандюков защищать. Помоги мне выяснить, кто на нас нападает, а я дам тебе информацию, где искать клыка. Найди коменданта и доставь его живым. Или мертвым. А я тебе за это шепну, где искать клыка. Координаты ПДА коменданта я тебе скинул. Удачи! Заходи, если чё! Хочешь стать авторитетным сталкером? Желаешь всегда иметь верных друзей, прикрывающих твою спину? Мечтаешь надавать по сусалам долгу? Эти и многие другие возможности откроются перед тобой после вступления в ряды свободы. Thank you.
скажешь? Проходи, сталкер. Спасибо за помощь. После перестрелки на ферме понятно, что за нападениями на свободу стоят наемники. И данные СПД коменданта тоже это подтверждают. Но тут появляется другой вопрос. А на кой ляд оно им надо? Ведь мы до того всегда держали нейтралитет. Тогда получается, они контракт выполняют. Вот только чей? Долго или военных? Вот здесь пока с ответами не очень. Но это уже моя забота. Ты свою часть договора выполнил, так что слушай про клыка. У нас он искал редкие детали. А мне стало интересно, с какой это радости ему вдруг понадобилось это рухлить? На прямой вопрос он не ответил, не мое, мол, дело. Только я ведь пасовать не привык. В общем, нашептал технарю нашему. Он частоту ПДА клыка и хакнул, чтобы я пару дней проследил, куда хозяин направляется. А направлялся он что? На свалку. Там его и ищи. Кстати, частоту клыка я сохранил и тебе уже скинул, так что дальше дело техники. Его местоположение теперь у тебя на ПДА отмечено. Ну что, поможешь свободе еще раз? Мы многое выяснили, но атаки наемников не прекращаются. Мы вымотались до предела. До сих пор не представляю, как наемники попадают в темную долину. Ведь все дороги перекрыты нашими блокпостами. Похоже, где-то есть тоннель, о котором мы не знаем. Оттуда наемники и лезут в темную долину. Нужно срочно выяснить, где эта нора, и подорвать ее к чертовой матери. В долине есть одна старая установка, еще с советских времен. Геодезисты соорудили. Она состоит из трех антенн. Если активировать все три ее антенны, то можно будет сканировать поверхность почти всей долины. Если дело выгорит, мы сможем засечь, откуда появляются отряды наемников. Одна из антенн находится прямо здесь, на базе, но две другие держат наемники. Помоги взять эти установки под контроль. Ну, все, поговорили. Теперь за дело.